Угу. И старинные очень украшения. Старинные украшения, да. Сидит. Короче, это все частная коллекция, не как Турбольшин. Ага, не цена, Турбольшин, да. Египетская тема, да? И вот такая... Кто был в Египте, тот вот оригиналы, видите, той же богини Баст или Бастет. Вот здесь. А мы покупаем сувениры, подделки на эту роскошь старинную. Вот красота какая, людей нет, просто не упускаю случая, чтобы еще раз пройтись и насладиться тишиной. Так, это перстеньки, видимо, старинные.